Одинцовское местное отделение «Единой России» принимает участие в патриотической акции «Знамя Победы», приуроченной к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. При входе в Звенигородскую приемную партии активисты установили копию Знамени Победы. Легендарное Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Для каждого нашего соотечественника это настоящая реликвия, пояснила помощник депутата Мособлдумы от «Единой России» Ларисы Лазутиной Лариса Белоусова.